have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мини-метро, отдыхаем. У нас теперь отдыха стало в дважды больше, как вы заметили, с прошлых выходных, но ладно. Мне, кстати, тоже понравилась та игра, но сегодня мы говорим про другую игру. Я надеюсь, у вас есть что-нибудь вкусненькое. Я тут себе кофеечек сделал. Да, НФС, я на тебя смотрю. Лагос обычный, осталось времени 2 часа, блин. Кстати, если вы думали, почему я это выкладываю ночью, я это и записываю ночью, так что с этим все нормально. Не в одну и ту же ночь, но все же, мы коты, ночные жители, так что все в порядке. А, вообще, сон-то для слабаков, кто не знает. Так, ну... Не хочу 2 сразу тратить. Давай вот так. И... Давай вторую линию вот тут откроем. Синий у нас, если что, через берег будет идти. Ну, у нас, как обычно, стандартные проблемы. 4 тоннеля у нас еще есть. Ладно, стандартные проблемы вот этих мест, где нужно кучу всяких переходов переносок делать. Надеюсь, у нас не получится пузырько-бульбашная ситуация. Знаете, этот bubblegum кризис. Ну, на тебе тогда кольцевую. Бесконечность. По крайней мере, не дали хардкора какого-то. Я, кстати, не посмотрел. У нас это... Это станция, хотел сказать. Этот город, он уже был открыт или нет? В общем, возможно, мы сейчас что-то замутим, и оно откроется. Было бы неплохо. Ну, кстати, ладно, но... Нам же проще, типа. Сейчас синий заберет всех квадратиков. Да, 5 штучек. 4 штучки и уедет. Треугольники, квадратики, квадратики, треугольники. Может быть, сделать себе еще и... третью линию. Ладно, пока что все, пока что смотрим. Не будем загадывать наперед, пока просто смотрим. Суббота. Нам скоро предложат улучшеньки. Вот воскресенье уже пошло хорошо. Да, круглых станций у нас. Все побольшеет и побольшеет. Локомотивчик, да, вагончик, да. Линию пока, наверное, нет. Попробуем вот так сделать. Чтобы у нас на квадратную станцию пересекалось хотя бы 2 линии. Тут получается 3 отдельных станции, тут 2, тут 1. Красная пока больше всего перегружена, но она кольцевая. Ладно. Мне просто очень нравятся формы этой красной линии, как они повторяют формы этой речки. Я не знаю, насколько это поэтично. Почему мне это сейчас вспомнилось? Я уже не помню, какого поколения. По-моему, Рено Меган, кто знает тачку, она выходила в кузове там седана, стейшена, и она выходила в кузове... Ну, она не то чтобы хэтчбека, а такая
урезанная. И там багажник, кто-то когда-то из знаменитостей, когда смотрел на эту Рено Меган, вот в этом вот хэтчбековом варианте, сказал, что она ему напоминает формы Дженнифер Лопес. Мы сейчас говорим про примерно там 2007-2008 год, наверное. Блин, квадратная станция вторая тоже здесь. Вот, так что... Какой... Ну я не хочу там тоннель, вы вообще что ли... Значит, желтую можно туда? Я понял. А, уникальная станция. Это я про то, что кому что напоминает вот формы, взявшиеся так, два тоннеля, линия. А, два тоннеля, потому что у нас игра хитрая, она хочет так, и нам, наверное, придется слушать то, что игра говорит. Давай запустим по желтой второй локомотивчик, потому что один только уехал, тут уже скопились люди. Можно на красную вот эту продублировать, чтобы они отсюда забирали. Но тут реально много, во-первых. Во-вторых, на красную уже. Наверное, поставим вагончик. Здрасте. А что если... Просто выслушайте меня. Давайте попробуем вот так. Тогда на синюю нужен еще один локомоко. Эти желтые и синие у нас будут загружены передачи квадратных пассажиров. Красный не торопится, но красного, по крайней мере, есть место. Он там загружает и поехал дальше. Он не проходит станции, что ему хорошо. Еще один треугольничек. Давайте мы его попробуем закруглить вот так и вот так. Продублируем немножечко. И так у нас синяя веточка будет, если что, вверх. Желтая сюда, синяя, желтая сюда. Сейчас, по-моему, начнется дичь, если все пойдет по островам. Внизу, я имею в виду. Смотрите, сколько внизу мелких островов. Или же, да, я хотел сказать, или же сейчас просто слева появится что-то страшное, что... На что будет просто смотреть отвратительно. Так, сколько у меня? 5. Могу ли я? Хочу ли я? Нет, пока что так. Пока что оставляем так. Я опять себе оставляю 3 круглых станции. Это неприятно. 4 круглых станции. Сидели на перроне. 4 круглых станции. Дайте мне еще одну, пожалуйста, линию. Я тогда знаю, что я сделаю. Пустите меня, я знаю, что я сделаю. Я их всех размат... Блин, вагон дает. Нет, дайте мне линию, пожалуйста. Желтую сюда, красную сюда и коричневую сюда. Нет, не транзитом, чувак. Паровоз, получается, я не получил, потому что я его запустил на новую линию. Суперски просто. Идеальнейше. А почему тогда коричневая через эту тоже пусть идет? Нормально. Сколько у меня осталось тоннеля? Еще 2. Если что, вот тут вот коричневую можно на самом деле и прибрать. А мне она и не надо, мне она надо до сюда. Чтобы она везла на квадратные станции, и все, и нормально. А, здрасте, уникальная станция. Угу. Офигенно. Хочешь сказать, что их сейчас на коричневого сгрузишь? Ну, в принципе, логично. Поедет, треугольники сейчас скинет. А квадратики? Квадратики с ним покатятся до конца, да. Ладно, 300 человек. Я не знаю пока что. Сейчас посмотрим.
Я не то, что прям счастлив из того, что я сейчас вижу, так что давайте. Типа желтая перегружена. И мне это не нравится. И мне нужен какой-то или вагон, или еще что-то. Блин, на самом деле я сейчас... Сорян, с красным бы забрал вагон. Пусть желтый сейчас по этих, треугольников поразгребает. Потому что красную дублирует много кто. А на желтый у меня сейчас начнется трындец. Смотрите, вот сейчас треугольники, они еще все не поместятся. Неделя, да? А, теперь вы мне еще одну линию предлагаете. Переход не хочу. Давай. Продублируем. В смысле, откуда ты там появился-то? Я не видел, как там это... Офигеть. А, ну мы приехали, типа. Сколько у меня? Один тоннель остался. Звездочка одна, она мне сейчас забьет просто все это, звездочка. Твою за ногу. Дайте я еще синий сюда протлю. Последний туннель трачу. Ну, посмотрим, как оно получится. Мне хватит сейчас с линиями развлекаться. Мне нужно подвижный состав наворачивать себе. Понимаете, квадратиков только два, и они только оба на острове. И, короче, это все вообще некрасиво выглядит. Видите, этот заезжает, он забирает одного квадратика. Да, да, нас потопят квадраты, их слишком много. Им всем сюда, и сюда идет только две линии, ну ладно, три линии. Откуда я тебе это возьму, дружище? Так, убираем коричневую. А почему? Ставим ее сюда, как раз, на воскресенье. Я не успею, мне нужно будет сейчас... Ну ладно, сейчас сюда приедет, это так, локомотив, вагон... Треугольную станцию сюда подцепим. Красный, забери отсюда хотя бы треугольников или еще кого-то. Желтые пусть напрямую через звездочку забирают, смотри. Не, в этот раз мы, по-моему, ложанулись. У нас слишком много станций горит, и мы слишком поздно стали с этим что-то делать. Вот это по центру сейчас прорвет. О, класс, еще одна уникальная станция, супер. Так. Но он немножко, конечно, снял напряжение, но он проехал, ничего не сделал. Да, вот эта центральная станция сейчас рванет. И у нас практически 800. Ай, Делик завалили, печально. То есть сначала игра сделала нам завал, а потом такая, о, на тебе кучу станций на островах. Хотя, да, сам виноват, можно было это все гораздо лучше сделать. Итак, ну, знаете... Топ 35%, и на том спасибо. Переигрывать это не наше. Поехали, где мы там останавливались.
Нас там вроде интересные города ждали. Франциско. А, Франциско мы еще не проходили. Есть Сан-Паулу. А дальше я, собственно, и не прошел. Поехали в Сан-Франциско. Город в стиле диско, да? В Монреаль мы в прошлый раз ходили, еле вытащили. Поехали. Что же нас ждет? Нас тут опять гребаные мосты. Ладно, тоннели. Но, блин, там нам дали сразу 5 или 6 штук. Здесь такие 4. Take it or leave it, короче, все. В прошлой карте еще была вот эта подстава с квадратными станциями, потому что в основном мы не вывозили квадратных пассажиров. У нас 2 квадратные станции находились через знает где, и я очень поздно заметил, что у нас желтые не подбирают там пассажиров с большой станции, то есть там все через пересадку шло. Короче, там и подлость с квадратной станции была, и тупняк с моей стороны. Это комбо! Не будем торопиться пока что. Я уверен, что вот на вот этом вот островочке под треугольной станцией потом появится какая-то отдельная станция. Это будет все. На тот момент это будет та самая соломинка, которая переломила спину осла. Так. Может, ускорим, что ли? Не, оно тогда не медитативно. Я, в общем, пробовал, когда в самом начале играть, там есть, типа, пауза. Вот так вот, на полной паузе, чтобы подумать, куда же мне ставить. Вот, а есть ускоренное. Я не беру паузу, и я не беру ускоренное. То есть я не оставляю себе времени подумать. Вроде как это честно. И с другой стороны, я не беру ускоренное, чтобы промотать. Я считаю, что это, ребятушки, наше с вами время немножечко пообщаться. И съедать это время, на мой взгляд, было бы неправильно и нечестно. Потому что, да, мы сюда приходим поиграть, но также мы с вами приходим поболтать, пообщаться, что, в принципе, меня вполне устраивает. Зачем я отправил его в ту же сторону ездить? Ладно, хрен с ним, пусть пока что ездит. Вот, мне надо было его отправить... ездить в противоположную сторону по часовой, против часовой. Поэтому я, наверное, не буду на прокрутку оставлять. Так, вагончик нам, пожалуйста. Поставлю-ка я вот реально еще один на противоположку. Один паровозик, если бы оставили, следующие линии буду цеплять. Они, к сожалению... Те тепловозы, локомотивы, которые я могу закинуть, они ни в коем случае не являются резервными. Кстати, это было бы на самом деле честно. Что мне там осталось? 2 тоннеля осталось. Хочу ли я? Хочу. Вот так вот сделаем. Один туннель, один локомотив. Это наш резерв, им не пройти. Ладно, не надо. Не надо слушать человека, который поет ночью. Вам это потом аукнется. Так, найти вам еще одну. Все, нету тоннелей. Дайте мне тоннели, завезите еще. Хочу. Вы, наверное, не подозреваете. Но основное искусство игры в эту игру, в мини-метро, это допить кофе до конца серии. Но не прям до конца-конца, а... Так, у нас лишний локомотив. Иди сюда. Ты явно лишний, дружище. Я имею в виду выпить кофе так, чтобы его хватило до конца серии. Здрасте, уникальная станция. Откуда? А, это не тот локомотив, все нормально. Вот ты пойдешь по оранжевым стопам. Вот, в общем, все должно быть одновременно. Или даже одновременно. Треугольная станция. Давай сюда немножечко разгрузишь нам. Но у нас как бы по желтой катается 2, я могу себе позволить на желтую нагрузить чуть побольше. Во-первых, во-вторых, я, наверное, на желтую потом накину еще и вагончик. И посмотрим, как оно все пойдет. Итак, воскресенье у нас на носу. Поехали. Чем же нас порадуют?
Чем же? Давай, может быть, мы вот так вот еще сделаем, кстати. Локомотив, да. Ха-ха-ха, вагон или два тоннеля? Два тоннеля. Я хочу вагон, но мне не светит. Давай сюда вот оранжевый потянем. У него и так немного станций, три из них дублируются. Я думаю, он жить будет. Нам надо, чтобы желтые снимали вон там сверху. В той круглой станции, видите, там накапливаются люди. Надо, чтобы их оттуда снимали. Вот, все остальное протянем. Нормально. Тут нам уже важно, ну, более важно выиграть, скажем так, потому что от этого зависит открытие следующей локации. Мне бы, наверное, не хотелось бы переигрывать. Да, вот так. И опять две квадратные у нас на этой стороне. То есть, получается, на оранжевой линии у нас вон там квадратненькие ребята, их придется закидывать с пересадочкой. Или же, знаете, что? Или потратить еще один тоннельчик. У нас остается один запасной. Во-первых, во-вторых, мы можем оранжевую ветку отсюда в любой момент снять. Но пока что не будем создавать лишних пробок. А, здрасте. Ну, блин, забор покрасьте. Ну, что-то как-то этот стал-то не... Она, кстати, на, держи. У нас так на желтые большие перегоны. Я как-то не хочу ни оранжевую, ни синюю стягивать к середине. Я хочу, чтобы они вверх-вниз поуходили. А на желтый просто создадим тогда дополнительный перегон. И будет нормально, наверное. Не будет. Я не знаю, почему, но мне не нравится вот эта фишка с транзитными линиями. Я стараюсь их избегать. Возможно, зря. Я не спорю. Вот так и вот так. И на оранжевую пора новый состав выпускать, наверное. Оранжевый у нас... Один ездит. Так, новый локомотивчик. А теперь мне не хотят уже давать вагоны. Спасибо тебе большое, игра. Спасибо. Я оценил иронию. Ха-ха, смешно. Можно перестать. А, тогда я еще и на... На, держи. На, держи. Тогда еще, наверное, может быть, на голубую поставить. Ну, блин, я не знаю. Он пока вроде справляется. Он доезжает до верха, забирает вон там людей... И увозит их... А, нет, на голубой теперь придется ставить еще один. Ну ты где? Смотри, какая фишка. Отсюда надо срочно забирать людей. Во! То есть обозначаем проблемы участки. Пока что у нас проблемный участок вон там слева внизу на острове. С ним будем разбираться, а потом уже посмотрим, как оно пойдет. Почему оно тогда через квадратный-квадратный? Пусть оно тогда через круглый-квадратный. Раз мы туда закинули лишний локомотив, давайте пусть оно продублирует еще парочку станций. Желтые у нас продолжают мотаться по кругу. Их двое, но этого уже начинает не хватать, что неприятно. Эти-то до квадратного доехал, уже его не забрал. И там начинают появляться сверху, которых не... Ну, блин. Вот это вот. Ну, вот оно, да. Ну, тут, конечно, нет. Хотя, как видите, да. Ужас. Тем не менее, суббота. Пока что живем. Суббота. Впереди на Федота. Видите, он забирает треугольных, он забирает этих, и он уже полный. И внизу он уже ничего не заберет. Ему нужен или вагон, или туда нужен, чтобы следующий локомотив приходил. Иначе все это будет бессмысленно. И здесь у нас тоже уже начинаются проблемы. Сколько треугольных-то?
Локомотив, да, вагон, да. Слушай, дружище, так может ты тут через треугольник их будешь развозить? На тебе вагончик? Не тебе, хотя тебе тоже можно. И тебе вагончик. И, может быть... Сейчас посмотрим, как голубой вагон, который бежит, качается, как он справится с этим всем. Давайте пока что эту станцию сюда подкинем. Да, он справляется с треугольником, он сейчас их заберет, оставит здесь возле моста и уедет в закат просто. Счастливый, незамутненный, и все хорошо с ним будет. Мне не хватает скорости развозки, раз уж на то пошло. Не хватает скорости, а голубая линия разбросана просто черт знает как. На тебе еще одного сюда. Это будет временная разгрузка, пока сюда идет вагончик. Сейчас придет вагончик, он там сгребет всех нафиг. А пока что вот так вот. Ну, типа... Не хотел же я их сводить, и все равно они сейчас через эту станцию будут идти, их придется всех забирать. О, станция мутировала. Хорошо, что на перекрестке трех. Спасибо тебе большое, игра. Ну, в самом деле, это... Так, клипер. 500 человек по Сан-Франциско развести. Развезли. Просто в ноль. Так, на оранжевый я смотрю проблема. Он сейчас оттуда, даже если всех и заберет, мне нужно... Да, он оттуда уже всех и не заберет. Не, всех забрал, прикинь, вот это ты гибкий, дружище. Пока справляются. Но я вижу, что там у нас потихонечку... Начинают зреть неприятности, которых надо пытаться избегать. В общем, любые неприятности нужно пытаться избегать как-то в зародыше, если есть возможность, потому что потом это черт знает как аукнется, ну его нафиг. Квадратная, квадратная! Третья квадратная здесь. Вы там вообще как бы нормальные? Ну какого же? Почему они все там? Почему не на правом берегу, не наверху? Нигде нет, только там есть. Уникально, блин. Локомотив. Фу-фу-фу-фу-фу. И, наверное, давай линию. Сожрем просто все, что у нас есть. Там оставим один тоннель более-менее. Этот турбинчики должен подобрать все. Да, хорошо. Слушайте, мне вагон нужен. Так нельзя. И зеленым мне надо делать кольцевое, иначе мне невыгодно становится. Не, ну в общем-то пока что где-то как-то работает. Вот это надо дублировать. Проехал мимо, потому что там нет ни одной станции. Ну, чтобы слева сверху появилось хоть что-то, кроме кружков. Чтобы хотя бы в ту сторону, когда едешь, он кого-то завозил. Ну, блин, он сейчас опять нагребся этих треугольников в полный рот и уехал, и все. Ну, что за человек? Сейчас он тут три станции скипает, потому что... Ну не кружочек, я только что говорил, давайте не кружочек, ну давайте же не кружочек, ну что вы за люди такие? Ну, ладно, хорошо, по крайней мере у нас туда ходит двухчлененка, блин, как это страшно звучит, вагон, да, спасибо. По зеленой второй, пожалуйста.
И по голубой, вот вагончика дайте мне. Потому что тут станции просто забитейшие. Мне нужно хоть как-то их разгребать. Для этого, ну, вагоны двоечки самое то подойдут. Еще один кружочек. Конечно же, да, давайте. Давайте, да. Еп. Вот это сверху нас и погубит. Наверное, оно нас все-таки реально погубит, но, по крайней мере, сейчас меня успокаивает то, что мы, скорее всего, добьем нашу штуку потихонечку. Давайте я голубую линию все-таки закольцую. Вот так. И на ней сразу же появилась уникальная. Ну да, пошел мне нафиг. Я хотел вообще закольцовывать зеленую, но... Блин. Он просто пока сюда... Никуда ты транзитом-то поехал? Я не то хотел сказать, ты чё? Офигеть! Локомотив, да, вагон, да. Поехали сюда. Блин, ну да, 1000 мы достигли, но по-моему, это все, это наш предел. На самом деле, выстроено неплохо все, неплохо. Но у нас не хватает подвижного состава. И где-то нам приходилось сделать эту жертву, или же докидывать лишние тоннели, или же... Блин, ну как обычно всегда. Приходится искать баланс, но баланс находить, ну, дается крайне редко, к сожалению. Ну да, вот этот двойной, он сейчас просто едет транзитом, потому что он не может никого забрать, он уже забитый. Смотрите, сколько станций он едет транзитом, буквально до квадрата. Все, это лопнуло. Но! Поехали в менюшку, мы открыли новую станцию, по-моему. Должны были. Нет? Нет. Поехали в Сан-Паулу тогда. Слушайте, время у нас еще позволяет. Время у нас еще позволяет, мы сегодня достаточно быстро справились, поехали тогда еще одну сыграем. Если вы считаете, что в таких случаях, когда у нас время еще осталось, то третье это перебор, говорите мне, по-моему, это вообще ни разу не перебор, но опять же, посмотрим. Я просто хочу дальше открыть. Так, Сан-Паулу. Это звучит как-то интересно. Слушайте, а в Сан-Франциско разве не должно там... А вот к своему стыду я, кстати, не знаю. Я знаю, что у них есть трамваи, сеть трамвайчиков в Сан-Франциско. А метро у них, ну, наверное, же есть, да? Ну, игра же не настолько глупая. Они дают мне только те города, в которых в реальной жизни есть метро. Ну, тогда для меня это новость, что в Сан-Франциско есть метро. Прикольно. Не знал. Что-то подождите. Тут какая-то такая перегрузка сразу пошла. Что поезд сразу полный ходит. 4 станции, а он уже практически не вытягивает. Смотрите. Он с каждой станции уходит просто полным, переполненным. Что, у нас 3 тоннеля, 3-я линия.
Ну ладно, сейчас будем посмотреть. У меня, смотрите, в самом деле уже перебор. А это только пятница. Давай по синей отправлю в противоположную сторону. Пусть разгребают. Сейчас мне дадут локомотивчик на воскресенье. Локомотив на третью линию. Я не смогу его ставить. Ну, смогу, конечно, его поставить куда-то в другое место, но... А, вот и третья линия. Здравствуйте. Воскресенье, появись. Спасибо. Ну, давай, еще полдня. Давай, 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 давай. Локомотив, вагон, да, конечно же, спасибо. Тоннели, блин. Вот так вот сделаем. И синяя линия у нас будет вся практически перекрыта. И по ней еще и двое кота. Нет, тогда можно будет синий снять одну, раз они все ездят туда-сюда. Нам у нас получается 3 локомотива на синий. А так даже и 4. Треугольную станцию сюда. В общем, да, если что, синий можно будет один снять. Чисто теоретически. Пока что. Наверное. Ну, эти красные уже начало потихонечку. Потому что большие длинные перегоны, и на крайних станциях начинают скапливаться люди. У нас что там, вагон есть? Вагон есть, да. Ну, теоретически, еще одну-две станции на красную зафигачим, и можно будет... так. Синяя кольцевая. Да, вот так вот сделаем. Тогда мы не будем снимать синий, мы просто ее будем растягивать, чтобы на нее побольше нагрузочки ложилось. И желательно тогда, чтобы у нас тут тоже было круглое, чтобы он мог круглых и туда, и сюда развозить. Видите, он забрал круглого, сейчас поедет сюда, тут круглого заберет, тоже поедет сюда. Угу. И вот у красного уже проблемы. Так, хорошо. Синий у нас ходит аж сюда. Видите, красному сколько приходится народу-то забирать. Вот он с полным локомотивом, полным вагончиком. Ну, не полным, там 3 места осталось. Но он всех вывез с окраины и повез их на работу, на самом деле. Сейчас... Причем еще загрузка-выгрузка так долго происходит. Ну, просто... Вагончик. Нате на красного еще одну, чтобы они хотя бы рассинхрон у них был. Хорошо. Он хоть не всех всегда заберет, но по крайней мере сможет снять нагрузку. Вот так вот скажем. Я вот думаю, что с зеленым скоро придется что-то делать. Я не знаю, кстати, как вот этот цвет называется. Он же не просто зеленый, какой-то там болотный, не болотный. Пишите, что думаете. Вообще интересно посмотреть на то, как я классифицирую цвета и какими они вам кажутся на самом деле. Потому что, мне кажется, разлет-то будет достаточно большой в цветах и в классификации цветов как таковых. Ну зачем тебе это? Ну нормально же, общались. Ну что ты как... 2 тоннеля. Еще я тебе туда кину. О, стой. Кину 1 тоннель. А потом сломаем его нафиг. Так, на, держи вагон. Обалдеть. Я, по-моему, только что себе в ногу выстрелил, да? Загружай скорей. Хорошо, что он успел поехать по старой дороге.
отсюда нужно забрать всех вообще. Красавчик. Все, вывози их нахрен. Так, два тоннеля у меня осталось. На. Это будут мои два тоннеля, о чем я жалею неимоверно, но, блин, с этим надо что-то делать. Так, воскресенье. Здрасте. Дайте тоннели. Спасибо, игра. Спасибо, я оценил. Мне понравилось. Тогда на синюю ветку пихаем еще один поезд. Вообще-то я не тебе вагон собирался давать, а тебе. Так что давай так. И тогда синюю ветку подгружаем еще немножечко побольше. Опасно играем. На грани фола, как говорится, да, но я думаю, вытащим. Сейчас попробуем. У нас красная ветка не доставляет к ромбику, к ромбиковой станции наверху. Это печально. Но что есть? Моя мышь и мама, как говорится. Ну вот, здрасте. Блин, забор покрасьте. Забирай отсюда всех. Треугольников точно ты развезешь, это буквально следующая станция. Квадраты там тоже недалеко. Мне красных надо спасать срочно. Они, по-моему, уже не вытягивают. Мне бы еще один тоннельчик, я бы, наверное, красную замкнул бы сюда наверх, чтобы он хотя бы сбрасывал кругляшей, потому что сейчас это просто трындец как выглядит. Да, он сейчас отсюда, конечно, всех заберет, но какой ценой, там же прям накапливается. И то не всех, он сейчас только двух отсюда заберет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вы чё? Так нельзя. Видите, красный уехал, и тут осталась куча незабранных. Давайте скорее, пожалуйста. И этот сейчас кругляшей отвезет, и ему нормально прям будет. Ну какого же локомотив и два тоннеля, да. Красный, надо, чтобы ты развернулся сейчас, чувак, и шуровал сюда по-быренькому. 500 пассажиров. Бля, это Юнику, я не знаю, как это прочитать, сорян. Пожалуйста, поскорее можно. Забирай треугольников и вали отсюда нафиг. Сюда! Сюда, 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 сюда! Давай, подъезжай, забирай. А он теперь здесь не успеет забрать. Там едет следующий красный, да, но ему уже пофиг. А вагон, у кого вагон сейчас есть лишний? Дай сюда. Не надо, чтобы ты круглых забрал со следующей станции. Быстренько, пожалуйста. Иначе мы сейчас проиграем. Прикиньте, если это будет еще третья каточка, а мы еще и проиграем. Приехал! Приехал! Успел! Не надо! Успел же ж приехать! Как только поезд останавливается на станции, отчет времени закрывается. Вы чё? А, это фейл. Заигрался с огнем. Ладно, ребятушки. Хорошо. Да, это была третья катка, да, она неудачная. Вообще, чё...
думаете, 67 человек? Мы ее будем переигрывать в следующей серии или мне ее пройти в офлайне, типа, и следующую серию начать уже со следующего города? Я, пожалуй, подожду 3-4 дня перед тем, как записывать следующую серию. Хочу послушать, что вы об этом думаете, ваше мнение. Хотите ли вы посмотреть еще раз на этот город? Или мы, типа, уже все видели, все хорошо, поехали на следующий. Я тогда его пройду без вас. Посмотрим, как оно получится. Пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда.